А что это за такая шикарная юбка, которая превосходно подходит под нашу черную блузу, вот, о которой вначале мы говорили? А ведь это наша юбка, которую мы сегодня фактически дарим нашим покупателям по цене 1190 рублей. Номер лота 86-687. Мало того, что у нас присутствуют три цвета, черный, серый и коричневый. Коричневый сейчас на нашем подиуме, на нашей Алене, серый цвет на Ульяне. И у нас с тобой в руках классический черный цвет. Но тут ведь есть интересный сюрприз. Ты мне сегодня столько показала интерпретаций, столько вариаций. Мы уже даже на девочках, на наших заметили, что юбка выглядит совершенно по-разному. Итак, давайте обратим внимание, что те украшения, которые у нас есть в комплекте с нашей юбкой, а именно это 5 брошей, нет, это не пуговицы, это действительно брошки, которые можно всегда менять направление. То есть, посмотрите, сейчас я как бы украсила линию талии. Ну, это специально для того, если вы хотите какую-то блузу заправить внутрь и сделать акцент на талии. Или наоборот, вы хотите вытянуть свой силуэт, придать немного более изящества и стройности, немножко в росте сразу прибавить. И таким образом мы создаем с вами вертикальную линию. Причем, опять же, стоит обратить внимание на то, что у одной модели нету впереди разреза, а на втором варианте есть. То есть это вообще вариативность, как мы можем вообще... Это юбка-трансформер, то фактически. Юбка и задом наперед, может быть. И наши сегодняшние золотые броши будут ее украшать абсолютно по-разному. Но в конце концов, такие броши могут перекочевать и на какое-то ваше другое любимое изделие. Ага. Ну, смотри, у нас размеры с 48 по 58, но так как это у нас классическая юбка-карандаш. Я так понимаю, как правильно подобрать ее по размеру, потому что юбка все-таки из такой интересной ткани, очень плотной. Да, вот здесь стоит сразу обратить внимание на то, что такая юбка будет еще и корректировать вашу фигуру. За счет чего это происходит? Давайте все вместе посмотрим на то, что здесь очень эластичная ткань. Причем, когда мы говорим об эластичности, она может быть разная в разном проценте. Но вот здесь эта юбка имеет большой процент эластана, благодаря которому, знаешь, я с таким трудом ее, честно говоря, растягиваю. Но она возвращается обратно. Тем самым мы подтягиваем с вами бока, подтягиваем. Слушай, ну вот я уже знаю, помнишь, сколько раз мы с тобой разбирали подобные материалы? То есть у нас получается эффект корректирующего белья. То есть нам не нужно под юбку покупать специальное вот нижнее белье, которое коррекцию идет. Более того, надеваем такую юбку, у нас эффект пуш-апа. То есть у нас бразильская получается ягодицы, подтянутые бедра. Как будто вы, милые модницы, у нас прям только что с беговой дорожки. А вот это действительно здорово, потому что не у всех бывает время сходить в спортивный зал. Да и абонементы иногда в него стоят очень дорого. Здесь же по цене 1190 рублей вы становитесь обладательницами идеальных стройных фигур. И еще размер у нас при этом позволяет вам разбежаться. Хороший размер с 48 по 58. Ну а ты рекомендуешь, какой размер взять? Размер в размер, чуть меньше или оверсайз, допустим? Знаешь, я считаю, что надо брать эту юбку ровно размер в размер, для того, чтобы она сразу начала эффектно работать на стройность вашей фигуры. Если вы считаете, что вам незачем корректировать фигуру, и вы любите чуть больше свободы, возьмите на один размер больше, юбка будет сидеть свободно и также подстраиваться именно под вас. Но вот за счет чего она подстраивается, об этом тоже надо поговорить и обратить на это внимание. У нас с вами есть украшения, они не функциональные, они наоборот снимаются, могут перемещаться, но при этом пояс у нас с тобой эластичный, ни одного замочка, ни молнии, ни пуговичек у нас здесь нету. Поэтому здесь у нас полная свобода. Вот сейчас мы видели, как Алена показала нам, что прекрасно тянется пояс. С запасом, с запасом. Тем самым мы с вами всегда можем быть уверены в том, что эту юбку мы не будем складывать в дальний угол гардероба. Она всегда нам будет как раз. Это будет идеальная базовая вещь, да еще с возможностью интерпретировать украшения. Все это по цене 1190 рублей.